Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы в Всаднике Олуха. 13 день и получаем 325 вымпелов. Окей. Так, забрали. Ну что, сегодня, по идее, должно быть у нас новое событие доступно. Так что у меня тут беззубик. 150 миллионов древесины. И все. Все, сказал Рэй, хватит тебе на этом баловать. Получил древесину. Что сегодня за день такой? Она на ха-ха меня пробила. Не к добру. Не к добру это все. Так, что у нас тут? Ох, ё. 30, ребята, железо получил. Прикинь, 30. Ой, как вовремя. Вовремя это все мне выпало. Так. Хотел я что посмотреть? Блин, я тебе что, для этого... Подожди, я же его не прокачал. Мне же не хватало тогда древесины. Да. Это вот только сейчас он пошел. Вот он будет, ребята, нам приносить 37 железа. Так, ладно, здесь забираем с тобой древесину, отправляем его на прокачку. Так, тебя тоже за рыбой. Так, ну что, сарделька, давай посмотрим, что это там нам принесла. Шестеренки. Приручить всех бесплатно. Барсик дает нам что? Рунки. Подмена бесплатно. Так, дальше кривоклык. Ну, тут понятно, тусклый янтарь. Тут даже не обсуждается это. Очевидно. Так, и Громгильда. Что тут у тебя? Руны. 9 рун. Забрать. Вперед. Так, ну что, этих мы отправили. Давай теперь, наверное, нашего беззубика. Я все равно, ребята, буду его отправлять до тех пор, пока он мне не добудет шипореза. Он будет у меня... Он не вылезет из этого путешествия, понимаешь? Просто не вылезет. Он будет постоянно там, пока он не найдет его. Так, здесь нам нечего делать. Здесь нам абсолютно делать нечего. Так, ну что... Угу. Давай-ка, братишка, немножечко тебя прокачаем. Лети. 40 железа, друзья мои. 40 железа, 73. Великолепно. Так, обучить не хватает. Слушай, если мы его проучим, ну, проучим, я имею в виду обучим, он будет приносить уже 60, ребята, железа. Как вам такое раскладится? Я считаю, что это очень круто. 60 железа. Погоди-ка, а ты-то... Ну-ка, вернись. А хотя у меня же все равно древесины нету. Че я возвращаться? Сейчас что-нибудь придумаем. Так, а если, например, мы прокачаем нашего весночуса, он будет нам приносить 10 железа? Это на 104-м-то уровне? Не, я, конечно, не спорю, ребята. Он будет приносить 10 железа всего лишь за 20 минут. Ну, мало это. Это мало. Так, стальной капкан. Иди учись. Так, вы-то что тут, ребята? Как себя чувствуете, нормально? Так, если мы прокачаем, он будет на одно железо больше приносить. Ну, это как-то, ребята, жиденько. И тут тоже жиденько, да? Ой, подожди. Подожди, вернись. С древесиной. Так, ну а ты что у меня там сидишь, грустишь? Иди давай древесину собирай. Так, эти у меня стоят все. Отдыхают. Модификрылка. Если мы ее тоже прокачаем на один уровень, она будет нам приносить всего лишь 10 железа. Тоже как-то маловато. Так, на 80 уровне, да? Кстати, надо бы его прокачать. 80 уровень уже не за горами, пускай он прокачивается. И, соответственно, ребят, будет нам приносить тоже железо. Не знаю, правда, сколько. Но я думаю, что немного. Так, этот тоже полетел. Что у нас получается? Пока вроде бы все, да? 630. Блин, достать бы мне столько бы древесины. Так, где у меня эти-то, которые тут на островке сидят?
Вот он. Иди обучайся. Тоже иди. Ага, все, там уже забито. Так, давай посмотрим сезонный абонемент. Так, нам нужно 140 флажков или что там, я не знаю, как назвать-то это. Че, новый ивент, что ли? О, ребята, новый ивент начался. Найти цветок. Отлично. Так, события. Да, у нас, ребята, события доступно. Вот это вот. Хранитель против хитрых, а следом идет драконья демография. Окей. Так, ну что, давай заберем, наверное, паки. Так, бесплатненько открываем. Древоруб, душитель. Так, немножко ресурсов. И сразу же еще этот. Так, опять же монетки Одина. И сам пак. Громоль, кревет, душитель. И железо там еще выпадает нам одна штука. Окей. Так, посмотрим, что нам принесли легендарочки. Так, листочек плюс тусклый янтарь. Зеленая тень. Чешуйка или... Ага, сломанный меч. Так, отправили. Что еще я хотел? Открываем пак. Редкий, по-моему, у нас здесь стоял. Так, точно. Кревет, шепот смерти, громоль, душитель, водорез. И все? Что-то вообще как-то... С каждым разом все меньше, меньше и меньше нам дают наград в виде дракончиков. Так, ну вроде бы все, да? 722 дерева. Так, стоп. Вот. Лети, родной. 40 железа нам очень нужно будет. А здесь вроде бы как все, да, получается? Здесь вроде бы как все. Ну что, друзья, поехали на события. Хранители против хитрых. Что у нас там? 200 рун в награду. Событие, как ты видишь, будет довольно коротким. И я думаю, что мы его за сегодня пройдем. Так, нам нужно было у кого взять? Проворных против хитрых, да? У нас проворные как раз, по-моему. Нет. Надо было брать хитрых. Ладно, фиг с ним. Я думаю, и так справимся. Начинается. Причем это тройные удары. Что один, что второй. Тут, ребят, с ними не забалуешь особо сильно. Как бы нельзя им накапливать. О, сейчас вжарит. Странно. На четырех энергиях обычно он применяет свой суперудар. Но почему-то он в этот раз не стал делать. Хорошо. На второй волне опять же они вдвоем здесь. Что ты будешь делать? Сделаем, значит, так. Сейчас они вдвоем сходят. Еще вытворяет. Просто полюбуйся, что они вытворяют, что они себе позволяют. Так, сейчас мы этого... Ага, добивай его. Вот и хорошо. Крутим колесо и забираем с тобой 52 миллиона рыбы. Мало, конечно. Ну что, и заодно сразу забираем с тобой загадочный пак. С лету. Замечательно. Так, очередной бой ради светлого янтаря. Поехали. Сейчас посмотрим. Кто у нас тут? Ага, ну понятно, вот с этого начнем. С бродяги. Не хочу я его фаерболы тут ощущать на себе. Эть, слабачок. Это будет посерьезнее. Ладно. Сделаем так, плюс отхил. Поехали. У нас с тобой всего лишь одна груша и два прилива сил, друзья мои. Это еще неизвестно, какой здесь босяцкий. Если их легкий, то хорошо. Так, последняя волна. Что у нас тут? Душители, я смотрю, и шепот. Надо шепот сразу, ну, прожимать как можно быстрее. Как можно быстрее и круче.
Так. Ага, бомбанули. Ну что, я, наверное, сделаю вот так все-таки. Понижу ему броню. Особо тут опасаться нечего. Сделаем укус. И пробивнуху. Нормально. Ну что, очередное колесо крутанем и заберем с тобой. Да ладно. Спасибо большое. Два прилива сил. Это дорогого стоит. Ну и светлый янтарь. Забираем. Так, идем с тобой на обычный, опять же, поединок, после которого у нас будет пак. Не самый лучший, но и не самый худший. Это средняк между обычным и премиальным. Так, ну здесь, понятное дело, начнем с этого. Собрата Кривоклыка. Тройной удар пока потерпит. Слава богу, здесь пока по две волны везде идет. И это мне очень нравится, это меня устраивает вполне. Добиваем. Так, здесь понижение сразу брони делаем. Ну что, нам ничего особого сильного здесь не делает. Ну, бомбанет чутка. Тем более еще вообще и промахнуться даже. На вторую... О, уже пошли втроем. Уже трое врагов. Пойдем вот так, наверное. Отлично. Ну, а ты че? Твою налево. Втроем ходят. Промахнулся. Ну и хорошо, что он промахнулся. Наверное, вот сюда шлепнем. И вот так вот. Замечательно. Ну что, будет замораживать, нет? Он понижает броню. Так, уничтожаем. Ну и остается тройной удар. Раз, два. Вот и все. И здесь выпадает нам 37,5 миллионов рыбы. Что-то мало как-то. Вообще мало. Забираем пак. И переходим на мини-боссика. После него сразу будет босс. Никаких промежутков, ничего. Окей. Когда же я накоплю эти 9000 руна, а? Кто мне подскажет? Тут уже по 3 врага идет. Плохо. Уровень, слава богу, у них маленький. Это вот единственное, что утешает, уровень. То есть 15-й, 16-й. Если бы тут были бы 18 уровня, ох, нам бы не поздоровилось. Так, душитель будет сейчас, наверное, сюда. Ага, вот он что делает. Две волны. Вот это вот, вот. Вот это вот ты плохо. Неужели добьет? Ты прикинь. А у нас мини-босс впереди, ребят. А мы уже Кривоклыка потеряли. Здоровски. Я так лично не ожидал такого расклада. Просто не ожидал. Еще не, я тебе говорю, еще неизвестно, какой там босс. Да ты запарил, а? Сейчас посмотрим, кто у нас тут. Вот кто. Уровень-то, ребята, у них. Уровень у них 16-й, 17-й. Блин, сейчас каждый зарядит. Не знаю, что мы тут будем делать. Я говорю, не зря дают они столько прилив сил. Это тебе не просто так. Давай. Это просто от безвыходности уже пришлось сделать. Потому что здесь, видишь, понижение брони. Они сейчас будут бомбашить. Кто-то из них сейчас сделает, друзья мои, суперудар. Я тебе точно говорю. Кто-то из них сделает суперудар сейчас. Либо это будет тройной удар, скорее всего. Это будет... Оу, мы потеряем сейчас еще. Да ладно. Серьезно? Ты нам такой, вот такой вот шанс дашь? Да, шанс нам дали, но... Да ты запарил, ну серьезно тебе говорю, ну ё-моё, блин. Все, ребят.
Применяем. Ну, уже не страшно. Фух. Офигеть. Офигеть, конечно. Ну что, давай посмотрим, что на этот раз выпадет нам. Ну вот, уже другое дело. Побольше, как говорится. Так, друзья мои, главное нам не сфейлиться. Вот здесь вот. А почему-то шторморез такой, главное, не... У всех оранжевый, а у него просто белый. Он обычный у нас получается, да? Он не из легендарных. Так, ну что, давай посмотреть. Ё-моё. Две волны. Еще и мини-босс тут. За кривоклыком нужно смотреть, ребята. В первую очередь. Ну, видишь, что вытворяет, а? Видишь, что они делают? Барсика просто запинывают. Так, минус один. Допустим. Все, по-моему, Барсика потеряли мы. Я просто в шоке. Как тебе, Барсик, везет, а? Как тебе везет? Но надолго ли? Надолго ли хватит твоего везения? Нет. Ненадолго. Ой, друзья, что-то мне не нравится. Босс сейчас еще будет. А мы Барсика потеряли. Плохо. Некрасиво это все. Громорок. Ух. Так. Зря ведь я это сделал, да? Ведь зря. Ведь я же все равно не спасу кривоклыка. Придется покупать, ребятушки. А что сделать? Ничего не сделаешь. Кто там будет ходить? Громорог, да? Вот. Бей своих, чтобы чужие боялись. Правильно. Так, громорог, прибей. Наверное, я ничего тут делать не буду. Вот так вот укушу его. Все протратил, абсолютно. Все. Вот так вот, ребята. Все, что было, нажито непосильным трудом, все сфейлил. И знаешь что, я еще не знаю, сможем ли мы его победить, потому что если он сейчас звезданет сюда. Да ты серьезно, что ли, твою налево? Ну все, ему крышка, ребят. Вот объясни мне логику, да? Мы с тобой потратили 287 рун. 278 рун мы потратили, получили всего лишь 200. То есть 87 рун в минус ушло. Ну это уже, ребята, дело принципа. Просто дело принципа. Надо было пройти мне это событие и все. И я его прошел. Что у нас там по... Да, рыбы мало. Давай смотреть, что нам здесь выпадет. Так, монет. Кстати, да, мы же... Я все время забываю про эти... наши сундуки, которые мы можем открывать за монеты. За монеты Одина. Я про них говорю. Так. Экзотический шепот смерти. Но это не новинка, далеко, поэтому отпускаем. Все, я отпустил. Значит так, что у нас там? Мало, мало всего, поэтому идем на рынок и покупаем трупожабка. Ничего себе, трупожабка.
Трупа жабка. Значит, мне нужна и рыба, и древесина. Вот, отлично. Так, и, пожалуйста, мне еще... будьте добры, древесинки дать. Покупаем. Так, 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 и вот так. Окей. Теперь, что я хотел прокачать? Блин. Вспомнить бы еще. Он у нас собирает... Что он собирает-то у нас? А, он железо собирает. Нет, 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 железо пускай собирает. Вот, если мы, ребята, его досуд... А, следующий уровень, слушай, нам бы его... Что у нас вообще там происходит? Это как демки. 4 часа, так. 4 часа 26 минут, сколько он? Блин, не хочу тратить. Ты сколько будешь? Нисколько, да? Он у меня... Он у меня на прокачке, да, находится? Нет, он рыбу собирает. Что, отправляем его, да? Отправляем. Лети. 625. Обучить не могу. Так, иди собирай пока рыбу. Этот. Блин, их всех надо обучать. Так, боевой лорд, а что это ты, я не понял. Твою налево, а. Все как этот, как... Я не знаю, выпендривается, а? Так, модификрылка. Нет. У нас кто-то за древесину уже готов, по-моему, летать, я помню. Этот же. Ветрокрыл. А ветрокрыл у меня на обучении. Да. Ветрокрыл у меня на обучении стоит. Кто? По-моему, то ли громобой. Сейчас проверим. Так, этот уже улетел. Так, за 360. Блин, еще один уровень, ребята. Он вместо 4 будет приносить, извини меня, 30... Сколько там? 33 железа будет приносить. А сейчас пока 4. Так, громобой, ты же, по-моему... Нифига ты не можешь, да? У него вообще, ребята, сбор... Только сбор этого, рыбы. Он даже дерево не может добывать, прикинь. Нафиг он такой нам нужен? Че, неужели за древесину? Блин, кто-то говорил же мне, как ты можешь посмотреть. Типа, Рэй, возьми, что-то там открой, и тебе там будет показано все. Все, кто может лететь и добывать. Они все, ребята, хотят обучаться. То есть... С ними я ничего сделать не могу. Ну, а ты? Сбор железа недоступен. Водорез. У него нету сбора железа. Весночес. Ну, а что делать, ребята? Пускай летит. Собирает. Вроде бы как все. Да, друзья мои. На этом, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.